Всем привет! За последних полтора месяца я протестировал несколько умных часов от разных производителей, и сегодня покажу вам еще одни часы от Qubot, которые имеют одну особенность и очень крутую фишку, которая пригодится очень малому количеству людей в нашей стране. О ней расскажу чуть позже. Часы имеют странное название – Qubot ID206. Странноватые маркетологи в Китае оказались в этот раз. Коробка гаджета стандартная. На лицевой стороне изображение часов Smartwatch. Как только небольшая коробка открывается, мы находим в наших руках классическую комплектацию, которая ограничена часами, зарядным кабелем с USB-портом и руководствами. Первый запуск необходимо произвести, подключив умные часы к зарядному устройству с помощью кабеля. Когда он включен, просто скачиваем и открываем приложение VeriFit, чтобы продолжить синхронизацию гаджета, которая происходит, кстати, автоматически, абсолютно просто и мгновенно. Первое сопряжение отличного качества и похоже на то, которое Apple использовала для AirPods. Конструкция ID206 проста и основана на хороших пластиковых материалах, которые делают его очень легким и удобным в использовании. Размеры довольно маленькие, речь идет о 40 на 40 и на 12 толщиной, что делают его немного меньше, чем у Apple Watch, у них 44 мм. Эргономика хорошая, часы удобны в ношении, во время занятий спортом, и у меня никогда не было проблем или дискомфорта при их ношении. Ремешок изготовлен из силикона, имеет стандартную ширину в 20 мм, в меру мягкий и достаточно удобный, чтобы его нельзя было назвать пластиковым. Корпус устройства выполнен из поликарбоната, что придает ему легкость, сохраняя при этом важные размеры. Гаджет имеет защиту IP68, которая гарантирует устойчивость к пыли и воде, а еще вы можете использовать часы в душе, а также для дайвинга и плавания, благодаря сопротивлению до 5 атмосфер и глубине в 50 метров. Экран весьма высокого качества, скажу я вам. Диагональ 1,7 дюйма, разрешение 240 на 280 точек, что дает нам плотность пикселей на дюйм 217 ppi. Дисплей сочный и яркий. При близком рассмотрении в упор мини-кубики можно рассмотреть, но на расстоянии уже 30 или 40 см картинка смотрится очень красиво. Уровень яркости регулируется от 1 до 5 единиц. Яркость имеет очень большой запас, так как уже на уровне 1 метра хватает для комфортного ношения. Дисплей здесь весьма хороший и отличается от своих собратьев в лучшую сторону за свою цену. В приложении можно включить адаптивную подсветку, тогда в ночное время яркость автоматически снижается. Qubot можно похвалить за то, что всегда стараются выбирать яркие и сочные дисплеи с хорошим разрешением для своего покупателя. В области программного обеспечения у них важный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями от Qubot. Проприетарная операционная система сделана хорошо, с правильным переводом наконец-то и дает нам точные, плавные и многофункциональные часы. Прямо с часов можно управлять большим количеством операций, начиная от измерения пульса, оксигенации и стресса, к которым добавляется погода, до возможности управлять воспроизведением музыки на смартфоне и тренировками. В разделе фитнеса можно найти возможность отслеживать 14 разных видов спорта. Умные часы используют GPS смартфона для более точного отслеживания наших маршрутов и предоставляют довольно точные данные. На запястье также можно получать уведомления обо всех приложениях и звонках. У часов нет возможности ответить, но синхронизация хорошая и позволяет нам получать наши сообщения в режиме реального времени. С запястья мы также можем использовать главную фишку часов – управлять голосовым помощником Alexa. Помощник от Amazon особенно удобен для небольших вопросов, а также для управления бытовой техникой и освещением. Только вот, как я знаю, в наших странах, типа Украины, России, Белоруссии и так далее, не очень распространена та Alexa. Я бы сказал, ее почти ни у кого нет. Наверное, даже вообще ни у кого нет. Так что эта фишка, скорее всего, на европейского пользователя, нежели для нас. Если у вас, кстати, есть Alexa, дайте мне знать, напишите в комментариях. Приложение VeriFit простое, хорошо сделанное и достаточно полное. С экрана смартфона можно управлять всеми аспектами часов и настраивать их работу. Кроме того, есть графики и статистика нашей повседневной деятельности, которые отображаются четко и точно. Приложение имеет типичное разделение на 4 раздела. Первое – дом, базовый раздел, где собраны показатели активности человека за день. Второй раздел – тренировка, в зависимости от выбранного вида активности, например, спорт или плавание и так далее, строится маршрут по карте, карты Google Maps или AMAP.
Третий раздел – настройки часов, уведомления, вызовы, будильники, циферблаты, расширенные настройки типа жест, яркость, меню часов и тому подобное. Уведомления в приложении имеют ограниченный список, но туда входят большинство популярных мессенджеров типа WhatsApp, VK, Skype. Значки мессенджеров отображаются на часах, что, кстати, тоже радует. Имя звонящего человека отображается крупным шрифтом. Предусмотрена возможность сбросить звонок прямо с часов. И четвертый раздел настроек аккаунт пользователя. Пароли, авторизация, синхронизация облаком, ачивки и тому подобное. По часам заметно, что они ориентированы на европейский рынок. И много огрехов, которые присущи китайским часам, тут переделаны или исправлены. И еще два слова про автономность. Часы оснащены аккумулятором емкостью 300 мАч, что дает нам достаточную автономность. При базовом использовании гаджета вы сможете использовать его до 5-7 дней. С небольшим количеством активных уведомлений и небольшим количеством занятий спортом вы сможете без проблем добраться до 10 дней. Зарядка занимает 2,5 часа и должна выполняться с помощью кабеля, который вы найдете в упаковке. В общем, что подытожу, кому интересно. ID206 – хорошие, недорогие, умные часы, которые могут рассчитывать на хорошее качество сборки и программное обеспечение, улучшенное за счет присутствия Alexa, которая никому в нашей стране не нужна. Может, в будущем сделают возможность управления Алисой, было бы интересно. У гаджета яркий дисплей, четкая работа без тормозов, весьма приятное ПО, кастомизация и правильно реализованные уведомления. Это просто хорошие часы за свои деньги, ни больше, ни меньше. Если вы фанат фирмы Кубот, то можете присмотреться. Ну а пока спасибо вам за просмотр, будьте здоровы и скоро увидимся!